Маша, смотри, что у меня есть. И что это у тебя, Ластик, за баклажан такой? Это не просто баклажан, это классный слайм. Покажи-ка. И чем это он такой классный? У меня получше есть. Не верю. Вот, смотри. Целых 6 слаймов в упаковке. А в 2 из них даже будут сюрпризы с питомцами. А у меня тоже есть слайм с питомцем. И вообще мои слаймы круче. Не верю. Мне не веришь? Ну тогда давай устроим челлендж. А ребята потом скажут, чьи слаймы были круче. Хорошо, давай челлендж. Первые слаймы у нас уже есть. Давай открывать. Чей слайм откроем первый? Конечно, мой. Хорошо, значит сначала открываем вот этот баклажан. Вынимаем его из упаковки. Ой, он оторвался. Но нам надо достать все остальное. Еще кусочек. Все, баклажан пуст. Ребята, и в нем был вот такой огромный синий слайм. Кстати, очень красивый. Я же говорил, что я тебя победю. Подожди, Ластик, мы еще только начали. Все равно я побежду. Вообще-то не побежу и не побежду. Ребята, а кто знает, как правильно? Ластик, твой слайм хоть и красивый, но он плохо тянется и отрывается кусками. Но я все равно попробую его растянуть. С трудом, но он тянется. Растягивается он, конечно, не очень. А давайте посмотрим, как он прыгает. Отлично прыгает. И тянется тоже. А теперь давай посмотрим твой слайм. Конечно, давай. Ребята, здесь вот таких 6 капсул с лизунами. А с этой стороны есть вот такие окошечки, чтобы их открывать. Давайте достанем первый слайм. Вынимаем. И здесь вот такая штучка. Как же ее открыть? Может ее просто раздавить? Ой, он никак не хочет оттуда доставаться. Ой. Теперь понятно, его нужно было лопнуть. Ребята, и в первом же слайме нам попался сюрприз. Давайте посмотрим, кто это такой. Здесь такой вот маленький питомец, то ли в шляпке, то ли под зонтиком. Кстати, он мягкий. Интересно, кто это такой? Теперь посмотрим сам слайм. Он такой вот маленький, но хорошо растягивается. Я думаю, с него хорошо будут дуться пузыри. Достанем следующую капсулу. Ну что, попробую ее лопнуть. И здесь вот такой красивый розовый слайм. Осталось 4 капсулы, и в какой-то из них еще должен быть питомец. Так, здесь никого нету. Давайте соединим 2 розовых слайма. Открываем дальше. Как вы думаете, а здесь нам кто-нибудь попадется? Здесь тоже никого нет. Осталось вот такое большое окошко. А это что? Посмотрим. Здесь вот такой яркий вкладыш. С этой стороны вся коллекция питомцев. Здесь тоже никого. И последняя капсула. А на ней какой-то колпачок. В ней точно кто-то есть. Мне попался вот такой милый морской котик. Кстати, вот он на вкладыше. Итого у меня получилось 2 вот таких красивых лизуна и 2 вот таких питомца. Ребята, как вы думаете, чей слайм оказался круче, мой или Машин? Ластик, я думаю, что они оба были классные.
Да? Ну тогда у меня есть кое-что поинтересней.